Привет! Пора малосолить огурцы. Если огурцы у вас грядки, свеженькие, можно просто их помыть. Если они уже полежали пару дней, сначала замочите их в очень холодной воде. Я обрезаю кончики у огурцов. Можно этого не делать, но я так привыкла и я так делаю. Мне кажется, они так лучше равномернее просаливаются. Я не люблю никакой другой метод засолки, ни сухую, ни холодной водой. Я использую только вот этот рецепт. Мне он нравится больше всего. Огурчики мы подготовили. Чеснока я беру много. Это молоденький у меня чеснок, но где-то с головку я точно большую кладу. Лист вишни, если есть у вас лист вишни, обязательно положите. Я пошла и сорвала, вы можете позаимствовать там где-нибудь у соседа. Лист хрена туда же, просто крупненько вот так порвали их, порезали. И теперь чеснок нужно либо нарезать его, либо просто раздавить. Я даже не очищаю его от кожуры. Она вот молоденькая. Просто вот так его раздавлю, чтобы... Здесь главное, чтобы запах пошел. Запах, вот этот острый запах чеснока. Чуть-чуть нарезала. И туда, в кастрюлю, к огурцам. Укроп, опять же... Я люблю зонтиками. Можно просто укроп взять, пучок укропа и порезать. Но мне нравятся вот эти цветущие зонтики. Не уже с семенами. Такой, если с семенами, когда они уже там коричневые, это такой ядреный запах получается. А когда цветущие зонтики, очень ароматный и мне более он такой спокойный, нежный запах. Люблю. Вот, нарезали. Теперь подготовим воду. На литр воды я кладу полную с горкой столовую ложку соли. Соль должна быть только каменная. Никакой йодированной, ни с какими добавками. Обычная каменная соль. И туда же я кладу молотый черный перец. Можно положить острый стручковый перец, но тогда его кладите в огурцы. Закипятили воду, рассол, и кипящим вылили в огурцы. Просто вот так залили полностью. Закрыли крышкой и оставили на столе часов на 5. 5-6. Я обычно оставляю на ночь. А потом на пару часов поставим в холодильник обязательно. После холодильника огурчики готовы. Они меняют свой цвет и становятся вот такого, я называю этот цвет, малосольных огурцов. Нравится мне этот цвет. Вот такие. Они теряют яркость зеленую и становятся такого вот сдержанного цвета. Огурчики получаются в меру соленые. Они именно малосольные. Они впитывают, потому что кипятком заливаем, они впитывают запах чеснока и всех приправ. И огурцы получаются хрустящими. Мне очень не нравится, когда они мягкие. Они хрустящие. Пользуйтесь моментом. Время сейчас самое-самое для малосольных огурцов. Картошка, огурчик, ничего больше не надо. Так что делайте.